Доброе утро всем. У нас дождя нету, наконец. Еще тучки есть, где-то там солнышко есть, но самого дождя нет. Так что Денис сказал, сегодня точно будет работать на это самое, чтобы вывести наш трактор. Так что Дэнни ушел. Я с детьми, даже не знаю, открыта у нас церковь или нет. Я знаю, вчера ее закрыли, у нас есть также субботняя служба. Ее отменили. Воскресенье, наверное, нет, но в любом случае 5 минут до службы мы туда не попадем. Трудно на каникулах как-то вообще. Так что да. Мы остаемся дома, не знаю, что мы будем делать. Вчера, я говорю, было трудно просто сидеть дома, поэтому я вышла в Walmart, потому что дети уже сходили с ума. Все-таки это, знаете, домашняя лихорадка их тронула. Не знаю, надо позвонить бабушке, может, она нас примет в гости. Джилетти на работу в 2:30, а Габриэл сегодня уезжает в соседний город к другу, проведет несколько дней там. Они его заберут примерно в 3:30. Так что у этих двоих есть планы. Анжелика, по-моему, тоже на работу идет, только не знаю во сколько. Короче, Анжелика уже ушла. Вот что значит ребенок самостоятельно со своей машиной. До свидания не сказала, пошла. Ладно, у нас страдания. У нас мальчик ходит в ботинках папы. И страдает, и ходит. Вообще прохладненько сегодня. Солнышко светит, но прохладно. Ладненько. Я везу Джульетту на работу. К счастью, Джоши как раз проснулся. Мы едем вместе. Потому что Дэнни нет, он заехал. На некоторое время покушал и опять уехал. Ему, короче, у этого трактора батарейка сдохла. Теперь надо новую батарейку покупать. Короче, там уже, ну как, батарейку, которую уже зарядить нельзя. Уже явно надо новое. Еще одна растрата. Я говорю, Дэнни, блин, пора бы уже продавать что-то, а не только тратить. Ладно. Да. Он предлагал повезти Джульет. Я говорю, хорошо. А мне Джульетта говорит, мама, я хочу, чтобы ты это сама пошла, поехала со мной, потому что я отложила там эльфа еще одного. У них сейчас эти эльфы по $10. Плюс ее скидка еще меньше будет. Помните, мы Скарлетт в прошлом году покупали этого эльфа за $30. Бабушка купила. В общем, хотим купить еще одного эльфа. И он вернется, этот эльф. Или, а может, и тринки сегодня дадим, не знаю. А потом он улетит на Северный полюс. Просто они хотели оба, они хотели еще второго эльфа. Так что мне будет еще веселее придумывать всякие сценки с этими эльфами каждое утро. Ладно, так что да. Едем, купим. Такие скидки нельзя это самое пропустить мимо. Вот обычно, если люди просто стоят и просят деньги, я не даю. Потому что начинаются вопросы. Но когда люди вот именно пытаются делать что-то, не просто... Что такое? Так. Где мои огоньки? А вот они. Окей. Извиняюсь. Это там на гитаре играют, вот на этой аккордеоне. Я думала, что там за радио? Кого? В каком магазине такое радио орёт? А нет, это там это. У нас тут живая музыка, понимаете. И
даже на каких-то там банках-склянках барабанят. Вот таким я что-нибудь да найду. Какая мелочь у меня лежит, я отдам. А вот просто, которые сидят, у меня сразу сомнения. Ну, хотя, знаете, бывают, конечно, такие периоды, что вот прочувствуешься для кого-то. Все зависит. Но у меня это редко. Ладно. Едем домой. Купили мы эльфа. Да, его положила. А, ладно, потом покажу. Габриэл уехал. Все, его уже забрали. Друг приехал. Чашек бекон наминает. Блин, думала выехать. Мама не против, чтобы мы приехали. Ну как, не то, что мама приезжает, мне так скучно. Нет, просто говорит, ну если скучно, приезжайте. А я думаю, и так хорошо. А с другой стороны, блин, не хочется, пока дети не кричат, просто боюсь, что начнут когда-нибудь. И так вот, никуда я не хочу собираться. Мне вот и дома хорошо, если только детям хорошо было. Я думаю, чаек я сейчас буду себе заварю. Чаек хочу показать еще кое-что. Габриэл уже этот куб этот покрасил у себя в комнате. Вот. Вот теперь у него этот куб. Он комод подвинул сюда. Значит, комод у него назад опять здесь. И вот эта полка, что у меня, они ее убрали, он ее не захотел. Так что вот так сейчас все выглядит. Вот его конструкция здесь. Вот так он все организовал. Короче, мы остались дома. Я сейчас тут жарю картошку. Потому что уже темно. Дэнни наконец-то с племянником своим выехали на землю. Должны прицепить наш огромный грузовик к трактору. Не знаю, привезут или нет. Но будут голодные. Так что у меня, к счастью, есть курица. Барбекю. Сейчас поджарю картошку по-нашему. И овощ какой-то сделаю. Сейчас одну минуту. И, блин, как я вам завидую, друзья, у вас праздничный сезон только начинается, у нас он уже не чувствуется. После Рождества в Америке это как все, мертво, все в спячке. Нету этого предновогоднего чувства. В общем, мы остались дома, не поехали мы к маме. Толком, как видите, я не снимаю. Делила некоторое время группе своей мамской. Вот. Как-то так. А вас, друзья, с наступающими. Как там у вас? Вы же в разных странах живете. Я знаю, что в постсоветском пространстве сейчас все гудят, наверное, готовятся, прям как мы до Рождества. А как в других странах? Как там у вас? Чувство такое. Есть праздничное чувство. Я тут смотрела одну девочку с Италии, говорит, все. Тут, говорит, не чувствуется как праздник. Я говорю, точно как у нас. И, честно говоря, можно, конечно, самому создать праздник. Уже как-то и желания нету так сильно создавать. Но точно я не буду это самое наготавливать, как мы наготавливаем. Я до сих пор ем, у меня еще крабовый салат и мимоза остались, наконец-то эти палочки крабовые доела. Потому что мама наготовила, а ем это в основном я. Дэнни иногда может помочь, а так это все на мне. Вы знаете, у меня сегодня аж живот схватило. Смотрела Ксению из Тель-Авива, и она говорит, что говорит, не понимаю, как люди могут есть что-то жирное, потом еще и лететь, потом еще и пить, и бла-бла-бла. А я так думаю, это про меня. Везу Джульетту на работу. У меня как скрутило живот. Я думаю, боже, только б доехать. Только б до дому доехать. Это была песня. К счастью, доехала. Спасибо, что волнуетесь. Бывает.
Вот такая курица у меня. Она уже вся распотрошенная, копченая курица. Немножко там долила бульона, подогреваю. И картошка жареная уже. Девчонки вернулись. Анжелика после работы забрала жилеты с работы. Так что мне даже не пришлось выезжать. Как хорошо все-таки иметь ребенка, который водит машину. Итак, друзья, походу я буду закрывать влог. Видите, мало снимала. А насчет Анжеликиной комнаты. Комната пока еще не в том состоянии, чтобы показывать ее. Девчонки сегодня работали над Анжеликиным гардеробом. Там еще у нас одна... Ну, вчера мы привезли одежду, а сегодня сверху у нас еще полочки. Они это разбирали. Много у нее лежит на полу. Многое, что надо еще Дэнни вешать на стены. Так как он был занят, сегодня он не смог, плюс девчонки работали. Так что, когда все будет на месте, я опять все покажу. Ну, а с вами я буду прощаться. Огромное спасибо за просмотр, вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы. Я желаю вам спокойной ночи, до новых встреч и бай-бай.